очень красиво. Я давно не была, это очень красивый город. Что меняется? Улицы, люди, атмосфера, цветы. Все меняется, все красиво. Город меняется. С 2015 года, после прихода Рената Усатова к власти, город стал меняться. Я коренной житель города Бельцы, я знаю, о чем говорю. Рената Усатова, его команда хорошая. Просто это единственная партия, которая в городе все хорошо делает. Они бы порядок и в стране бы сделали хорошо, но их боятся кто? Плохотнюки дадут. Рената Усатову привет. Так, фи ашан континуари, арум виитор, кадека, да, мае есть мульт де лукру. Так, аз фи тоати стрезали, аша кум са репарате, есть фоарте бине. Да, пан кан са веде чева бун. Ceva așa vrem pe viitor. Dacă ar fi pe așa, poate nu mai pleca din țară. Din țară. Последние вот эти 4 года, как у нас был уже примар, этот Ренат Усатый, наш город изменился полностью. Мы сами не узнаем. Вот. И какие, значит, и дома стали, и дороги стали лучше, тротуары, потому что у нас не было, никогда не было такого. Мы довольны. И желаем, чтобы в дальнейшем город стал еще краше, потому что и люди тоже довольны. У нас во дворе, что было тут, ужасно. Одни ямы, даже машины не могли вот отъехать и так далее. А сейчас уже ждали этот момент, и вот уже настал, как говорится. Мы очень довольны. И хотели бы еще одно пожелание, чтобы наш Ренат Усатый вернулся домой. Acum s-au făcut și trotuarele pe strada centrală, și s-a asfaltat strada centrală, și clumbile de flori s-au aranjat foarte frumos, cum erau pe vremuri, bălțul, un trandafir, da, cât de, prin ogăz, terenurile de joacă s-au amenajat foarte bine, au copiii unde și ograda de vieții îngrijită frumos, suntem mulțumiți.